Друзья, всем привет, с вами Зомби, сегодня мы опять играем в Клондайк, и сегодня у нас выходит новое обновление под названием... Сейчас скажу название, для начала посмотрю рождественский календарь, нам тут 25 дней будут падать подарки. Я так понимаю, на 25-й день нам какой-то новогодний подарок дадут, если я не ошибаюсь. Так, у нас, в общем, обновление. А где наше обновление? Я сейчас ничего не понял. День зимы. Показать. Вырубайте любые объекты, чтобы собирать снежинки на всех локациях Клондайка. Найдите 5 снежинок, чтобы принять участие в соревновании. Для тех, кто соберет самое большое количество снежинок, получат ценные призы и подарки. Я так понимаю, у нас локации нет никакой. Просто есть марафон на целый день по снежинкам. То есть мы можем зайти, допустим, на торговую компанию. Я пока что не хочу проходить конкретно сюжетные задания, поэтому пойду на торговую компанию. Дальше. Мне нужно достроить мою дорогу. Я ее достроил, по идее, и я могу отправляться на следующую локацию. Погнали. Так, в общем, я загрузился на следующую локацию, и у меня тут есть динамит, поэтому давай я сейчас с помощью динамита все вот это разнесем. Так, теперь я, получается, заработал 17 снежинок, и я на первом месте. Чем выше моя позиция, тем больше наград мы получим. Ну, окей, я так понимаю, никаких подарков мы здесь не будем получать, да? Или они там будут? У меня уже вторая позиция, меня в какой-то другой рейтинг забросили. Давайте еще один динамит поставлю. Сразу посмотрю свои задания торговой компании. Не нужно никель находить. Давайте проберемся к никелю. Так, здесь все откроем. Это откроем. Это откроем. Это тоже откроем. Конкретно в этом марафоне я буду стараться брать первое место. Я думаю, у меня получится. Если там будет какой-то сильно упоротый человек, он будет сильно упариваться на то, чтобы занять первое место, я ему буду уступать, потому что... Я не хочу особо много энергии тратить ради того, чтобы первое место занимать. Так. Сначала все подарки открываю. И я, получается, нашел свой никель. Дальше у меня уже 59 снежинок. Я на первом месте. Так, первое место у нас дают какой-то подарок. Непонятно, что за подарок будет. Если я его получу, завтра посмотрим. Так, поэтому давайте сейчас динамит здесь ставим. Здесь забрасываем наш никель, чтобы получить никовые... Никовые... Как оно называется? Никелевый слиток. 5 штук. Окей. Дальше. Строим, получается, здесь никелевую шахту и забрасываем сюда наши инструменты, чтобы получать никель. Так, первым делом я, как всегда, в торговой компании прочищаю дорогу. Давайте дорогу прочищу, сразу параллельно буду собирать наши снежинки. Пока я 80 штук собрал, мне никакого подарка не дают. Поэтому вряд ли мы будем какой-то подарочек получать, если честно. По календарю там нельзя ничего покупать за снежинки. И я так понимаю, снежинки сделаны сюда для того, для марафона. Занимаете вы какое-то место, получаете свою награду. Так, награда 20 энергии. Ну то есть это просто сделано для того, чтобы... Вам дать какой-то бонус за то, что вы играете в Клондайк. Если вы проходите одновременно с этим локацией, то есть вы проходите локацию и получается вы копите себе снежинки. Вот и все.
Так, я добрался до конца шахты, дальше я буду динамит ставить. И за счет динамита буду получать себе снежинки. У меня уже 100 штук, но меня прям игрок со вторым ником догонит. Поэтому я, наверное, не буду на первое место стараться заскочить, чтобы не потратить всю свою энергию. Потому что скоро у нас зимнее обновление, и я чувствую, там энергии очень много понадобится. Я думаю, разработчики специально нам дали это обновление, чтобы мы потратили энергию перед самыми такими важными обновлениями и локациями, чтобы потом у нас не было, так сказать, энергии, и нам бы пришлось докупать за реальные деньги себе энергию. Так. Ладно, то да. Давайте я найду, получается, себе остальные три никелевые шахты. Залежи никеля. И не могу выговорить. В общем, я его сейчас нахожу. И буду тогда уже с вами прощаться. Такой у нас мини-марафон, как марафон был на предыдущей локации. То есть такой же. Но этот марафон у нас на один день. По идее, смотрите, как вам участвовать в этом марафоне нужно. Я предлагаю вам полдня ничего не делать, а завтра перед окончанием марафона зайти в игру и за час начать тратить всю энергию только в том случае, если вы поймете, что вы сможете забрать какое-то призовое место в марафоне. Вот и все. Так, здесь строю шахту, и мне нужно еще одну шахту найти. Давайте ее найду сразу. И буду потихоньку выполнять свои заказы. Так, окей, я шахту нашел. Мне ее нужно построить и собрать наши инструменты, которые у меня спрятались. Окей, там один вижу. Здесь есть. Здесь тоже есть. Ну, в принципе, вы можете получать снежинки просто за то, что будете вырубать любые объекты на любых локациях. Для меня, в первую очередь, я стараюсь сейчас проходить торговую кампанию для того, чтобы улучшать количество производства на своей ферме, чтобы за раз больше ресурсов делать. И чтобы не так часто в игру заходить и поновлять вот это самое производство. В общем-то, да, смотрите. Снежинки можно так зарабатывать. Я занял первое место в рейтинге сейчас, но, скорее всего, меня обгонят там 200%, потому что я играть не буду. Посмотрю на таблицу лидеров, если там не особо много снежинок будет, то я завтра перед окончанием этого марафона зайду в игру и постараюсь занять первое место. Если слишком много снежинок наберут, то я даже пытаться не буду. Я просто сохраню энергию на то, чтобы проходить следующие обновления, следующие острова. У нас по плану следующее обновление будет через 2 дня. Полоса удачи. Задача личные призы без лишних капот. Это не мечта, поэтому держите руку. То есть будем накапливать конкретную энергию для торговой полоски. Я не понимаю. Для полосы удачи, я так понимаю, энергию будем копить. Она будет через 5 дней. Я так понимаю, здесь будет у нас зимняя локация уже. В принципе, на этом все сказал. Собирайте снежинки, если хотите занимать какие-то призовые места. Но я считаю, что лучше бы разработчики показали, что здесь хранится, чтобы люди знали, ради чего они тратят столько энергии. Хотя не советую вам специально тратить энергию для того, чтобы занимать призовые места в этом марафоне. Лучше открывайте какую-то сюжетную локацию, проходите ее сразу и получайте за это снежинки.
А специально вырубать ресурсы, чтобы менять на снежинки, это будет очень тупо и нецелесообразно. Так что спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем удачи.